Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Пухлые яблоко, груши и банан, крыжовник. Как все это изобилие говорит о смерти и жизни во рту. Я чувствую тоже. Наблюдай за лицом вкушающего ребенка. Это происходит издалека. Какое чудо происходит во рту. Вместо слов открытия проистекают из спелой плоти, удивившись свободе. Не бойтесь сказать, чем яблоко действительно есть. Его сладость, чувствующая себя сначала сгущенной, темной, густой, затем изысканно проявившись в вашем вкусе, растет осветленная, проснувшаяся и светящаяся, двойственная, солнечная, землистая, реальная. Да, знания, удовольствия неисчерпаемы. Райнер Мария Рильке. Виолончелист Пабло Казальс исследовал и практиковал сюиты для виолончели Баха 35 лет до их записи. Во многом размышления в этой книге следуют аналогичному подходу, исследуя одну тему с нежной, но несколько упорной преданностью. На самом деле даже сейчас есть некоторое нежелание взять на себя обязательства выставить в виде готовой книги что-то, чья природа не поддается легко написанному слову. Я бы предпочел форму музыки, которая растворяется, как только закончено исполнение, оставив свое истинное содержание как бесформенный аромат в сердце слушателя. Эта книга представляет собой медитацию о сущности опыта, ведущую нас в путешествие в его сердце. Поэтому неизбежно существует определенное количество повторений. Для того, кто ищет новые идеи, стимул или развлечения, эти повторения могут время от времени показаться печальными. Но для того, кто ищет сердце опыта, они не будут восприниматься как таковые. Вместо этого мы можем видеть эти размышления как постоянно углубляющиеся исследования опыта, приводящие к погружению в свою суть. В этом исследовании раскрываются слои тонкости и смысла, но мы никогда не останавливаемся долго на той или иной формулировке. Каждое новое понимание растворяет предыдущее, только чтобы раствориться со временем самому. На самом деле потенциал слов, с помощью которых пытаются исследовать и выразить природу опыта, заключается в их качестве растворения, а не в их способности формулировать то, что не может точно выразиться словами. Именно в этом духе, я надеюсь, эта книга будет читаться. Если бы мы могли провести опрос всех 7 миллиардов людей, живущих на Земле, что они больше всего хотят в жизни, почти все ответили бы счастье. Некоторые могут ответить не прямо, говоря вместо этого, что они хотят, например, встретить близкого человека, образовать семью или заработать больше денег. Но все это желается только ради счастья, которое они производят. В самом деле, большинство деятельности осуществляется с целью получения счастья. Сначала в наших поисках счастья мы исследуем возможности, которые доступны в обычных реальностях тела, ума и мира. С раннего возраста мы обнаруживаем, что достижение объекта нашего желания, похоже, производит счастье, которое мы жаждем. И как следствие, связь между приобретением различных объектов, видов деятельности или отношений с одной стороны и опытом счастья с другой стороны – устанавливается как фундаментальный факт нашей жизни.
Однако через некоторое время, хотя мы все еще можем обладать желаемым объектом, будь то физический объект, отношения, активность или психическое состояние, переживание счастья, которое он, казалось, производит, исчезает. Это само по себе должно быть достаточно, чтобы указать, что счастье не является результатом приобретения объектов, отношений или состояний. Если бы счастье было связано с объектами, то до тех пор, пока объект остается, счастье бы тоже оставалось. Вместо того, чтобы понять это простое послание, мы просто отказываемся от объекта, который когда-то, казалось, производил счастье, и ищем другое на его место, в надежде, что он повторно принесет счастье, которое теперь отсутствует. На самом деле эта модель поиска одного объекта за другим, попытки обеспечить счастье, покой или любовь, является основной в жизни большинства людей. Затем, после повторного отказа нормальных объектов желания производить счастье, мы начинаем искать другие средства. Либо наш поиск в традиционных сферах – работы и денег, еды и напитков, секса и отношений – приведет к одержимости, проявляемой различными пагубными привычками, или мы обратим внимание в сторону от обычного поля возможностей и начнем духовный поиск. Духовный поиск обычно осуществляется в результате провала поиска обеспечения счастья, покоя и любви в обычных сферах опыта. Вместо счастья, которое кажется доступно только в мимолетных проблесках, мы теперь стремимся к постоянному состоянию просветления. На самом деле наш поиск просветления – это просто переименование обычного поиска счастья. Этот поиск приводит нас к новым сферам опыта, к стремлению сосредоточиться на приобретении состояния ума, а не объектов или отношений в мире. И так же, как приобретение объектов или отношений временно прекращает традиционный поиск, давая нам краткий вкус счастья, так же эти вновь приобретенные состояния ума доводят духовный поиск к временному концу, давая нам представление о том же счастье, которые мы теперь называем пробуждением или просветлением. Однако, так же, как ранее мы ошибочно считали приобретение объектов или отношений источником счастья, также мы теперь ошибочно соотносим эти новые состояния ума с просветлением. Тем не менее, эти краткие проблески, как и предыдущие моменты счастья, вскоре затмеваются старыми шаблонами поиска счастья, покоя и любви в объектах, отношениях и состояниях. В результате мы вновь сталкиваемся с провалом нашего поиска. Только на этот раз уже нет никаких больше возможных сфер для дальнейшего поиска. Как блудный сын мы отважились пройти далекие страны в поисках счастья и теперь исчерпали все свои возможности. Для некоторых эта неудача переживается как время отчаяния или кризиса. Больше нет направления, в котором можно повернуться. А поиск так и не был доведен до удовлетворительного конца. Обычные средства приведения поиска к концу, или, по крайней мере, избежания его дискомфорта через вещества, деятельность или отношения, или утонченное медитативное состояние ума, возможно, временно замораживает нас. Но в наших сердцах желание все еще горит. Негде больше искать, и все же мы не можем остановить поиск. Нам не обязательно всем идти на подобные жертвы. В некоторых случаях рассудок, а не отчаяние, дает понимание того, что то, что мы действительно долго не можем найти, не в любом состоянии тела, ума или мира. На самом деле всегда срабатывает наш собственный природный ум. У некоторых это принимает форму кризиса, который поражает в центр нашей жизни. В других случаях это может быть более сдержанно. Однако в любом случае может открыться новый путь, единственный, который до сих пор не изучен. Кто этот «я», который находится в почти постоянном поиске счастья? И какова природа этого счастья? Это момент,
когда блудный сын оборачивается. Эта книга начинается с этого оборачивания. Это глубокое исследование природы, нашей личности и счастья, которое мы ищем. Часть первая. Наша истинная природа. Кто я или что я? Все, что мы знаем о уме, теле и мире, это наш опыт их ощущения, который полностью зависит от наличия нашей собственной личности, чем бы она ни была. Никто и никогда не мог когда-либо испытывать ум, тело или мир без ощущения присутствия самого себя в первую очередь. Весь опыт познается нашей собственной личностью, и поэтому наши знания о уме, теле и мире связаны и зависят от наших знаний о нашей личности. Поэт и художник Уильям Блейк сказал: «Чем человек является, то он и видит». Он имел в виду, что то, как человек видит и понимает себя, глубоко обуславливает способ, которым он или она видит и понимает объекты других и мир. Поэтому давайте начнем с нашего «я», ибо все зависит от него. Что мы знаем о нашей личности наверняка? Для того, чтобы это выяснить, мы должны быть готовы отложить в сторону все, что мы узнали о нашей личности через других лиц или из нашей культуры, и должны быть готовы полагаться только на наш собственный внутренний непосредственный опыт. В конце концов, опыт должен быть тестом реальности. Первое, что мы знаем наверняка, это то, что я есть. Это простое знание нашего существа, так просто и очевидно, что оно, как правило, упускается из виду, оказывается самым ценным знанием, которое каждый может иметь. Мы можем не знать, какое это я, но мы знаем, что я есть. Никто не может на законных основаниях отрицать собственное бытие, ибо нужно сначала присутствовать, чтобы отрицать себя. Никто не утверждает «я есть», потому что ему сказали это его родители, или он узнал об этом в книге. Наше собственное бытие является всегда нашим прямым, знакомым и близким опытом. Это очевидно и не вызывает сомнений. Другими словами, бытие или присутствие является неотъемлемым качеством нашей личности. Что еще мы можем с уверенностью сказать о нашей личности? Независимо от того, кем мы являемся, «я» — это имя, которым мы себя называем. Для того, чтобы с уверенностью утверждать, что «я» есть, а это утверждение является одним из очень немногих утверждений, которые мы вправе сделать, мы должны знать или осознавать, что «я» есть. Другими словами, мы уверены в нашем собственном бытии, потому что оно известно через непосредственный опыт. Мы не полагаемся ни на чужое мнение, ни на информацию, которая поступает из прошлого, чтобы подтвердить наше собственное бытие. Сейчас уже наше бытие или присутствие очевидно. Что же это такое? Что знает или осознает наше бытие? Это «я», которое знает, что «я» есть, или это «я», известное кем-то или чем-то другим, чем мое «я»? Очевидно, это «я» знает, что «я» есть. Другими словами, «я», которое «я» есть, тоже «я», что знает или осознает, что «я» есть. То есть осознание или знание является неотъемлемым качеством нашего «я». И это то наше «я», которое знает, что оно одновременно присутствует и осознает. Нашему «я» не нужно знать что-то особенное, чтобы знать, что оно присутствует и осознает. Оно знает себя просто будучи само собой, потому что его природа – осознание или знание. Ему также не нужно делать что-то особенное, например, думать, знать, что оно присутствует. Знание нашего собственного бытия является простым и самым очевидным фактом его опыта. Это предшествует мышлению, чувству или восприятию. Если кто-то спросит нас,
Вы сейчас присутствуете? Мы сделаем паузу на некоторое время и ответим «да». В этой паузе мы обращаемся к нашему внутреннему и непосредственному опыту нашей самости. И от этого опыта приходит уверенность нашего ответа. В этой паузе мы не обращаемся к думанию, чувствам или восприятию. Мы обращаемся непосредственно к нашей самости. И это обращение к себе. Другими словами, наша самость знает, что она присутствует и осознается сама собой и только через себя. Она не нуждается ни в каком другом инструменте, таком как ум или тело, не говоря уже о внешнем источнике, чтобы подтвердить свое осознанное присутствие. Она знает себя непосредственно. Из нашего собственного, внутреннего и непосредственного опыта ясно, что «я» не только присутствует, но также осознает. Именно по этой причине наша самость иногда называется осознанием, что просто означает присутствие того, что осознает. Слово «осознание» указывает, что бытие, которым мы себя знаем, которое знает, что оно есть, по своей сути присутствие и осознание. В этой книге наша самость также называется осознающим присутствием, а иногда просто присутствием. Ее также иногда называют сознание или бытие. Но наиболее просто это осознающее присутствие известно как «я». Чем бы мы ни решили называть его, это просто близость «я» нашего собственного, осознающего себя, бытия сознания, который является наиболее очевидным, знакомым и прямым знанием, которое имеет каждый из нас. Прежде чем мы знаем что-либо еще, мы прежде всего знаем наше собственное бытие. Оно знает само себя. То есть осознающее присутствие, чем мы близко непосредственно знаем себя, знает, что оно осознает и присутствует. «Я» — это имя, которое мы даем этому простому знанию нашего собственного бытия. На самом деле это знание нашего собственного бытия настолько просто и очевидно, и настолько незаметно, что оно, как правило, упускается из виду. Это забвение или упускание из виду нашего самого сокровенного бытия, хотя является небольшим, но на самом деле инициирует почти все наши мысли, чувства, деятельность и отношения, и оказывается источником всех несчастий. Однако что же это такое, что могло забыть или игнорировать это простое знание нашего собственного бытия, сознательно знающего себя? Наше бытие, очевидно, не может забыть или игнорировать себя, потому что знание нашего собственного бытия – это не то, что мы делаем, это то, чем мы есть. На самом деле эта мысль скрывает это простое знание нашего собственного бытия и заставляет его казаться чем-то иным, чем присутствие сознания. Эта затеняющая мысль позже подкрепляется чувствами и приводит к сокрытию или потере знания нашей самости, какой она есть на самом деле, к потере знания, кем она на самом деле есть, и к вере и чувству, что мы нечто иное, чем это осознающее присутствие. История человечества на индивидуальном и коллективном масштабе – это драма этой потери нашей истинной идентичности и последующего поиска, чтобы восстановить ее. От «я» тела и ум к «я» осознающее присутствие. Какими еще качествами обладает наше «я», это осознающее присутствие, кроме просто бытия и осознания? Тот факт, что наше «я» присутствует и осознает, сомнений не вызывает. Тем не менее, к этому простому знанию нашей сущности мы обычно добавляем много атрибутов. В этой книге мы пойдем очень медленно, ссылаясь только на наше прямое и глубокое знание нашего «я», добавляя только те атрибуты, если таковые будут, которые действительно происходят из опыта, то есть из собственного опыта нашего «я», ощущающего само себя, а не от какой-либо веры.
Первым атрибутом, который мы обычно добавляем к нашему «я», к простому знанию нашего собственного бытия, является убеждение, что оно находится в теле и уме, изготовлено из тела и ума и ограничивается телом и умом. Мы считаем, что наше «я» находится внутри тела и ума, и что каждый другой человек и все остальное находится вне. Это основное убеждение, которое отвечает за основную презумпцию того, что лежит в основе всей нашей культуры, что опыт делится на две части. Отдельный внутренний субъект, «я», который знает, чувствует или воспринимает, и отдельный внешний объект, другие или мир, который познается, чувствуется или воспринимается. Это основополагающее убеждение, что «я», осознающий присутствие, есть синоним и ограничивается телом, и, следовательно, разделяет его характеристики, отвечает за скрывание или забвение нашей истинной идентичности, осознающего присутствия. Простое знание нашей сущности в результате этой веры на самом деле не скрыто и не забыто, так же, как экран не скрыт появлением на нем изображения, хотя это так кажется. Эта иллюзия, хотя никогда на самом деле не реализующаяся, является чрезвычайно мощной и глубоко определяет то, как мы думаем, чувствуем, действуем и относимся к другим. Давайте посмотрим на этот будто бы очевидный факт, что наше «я» проживает в теле и разделяет характеристики тела более подробно. Обратите внимание на что-нибудь первое в будто бы видимом внешнем мире. Например, на звук движения, или на здание, или на ландшафт. Звук или здание познаются или ощущаются нашим собственным «я», осознающим присутствием. Мы считаем, что «я» — это сознающее присутствие, которое будто бы живет внутри и ограничено телом, слышит звук движения или видит здание или пейзаж. Тем не менее, «я» очевидно не звук или зрелище. «Я» — это то, что осознает звук движения или вид зданий или ландшафта. Эти звуки и виды приходят и уходят, но «я», осознающее присутствие, остается. По этой причине мы знаем, что «я» не автомобиль, здание или ландшафт. А как же тело? Разве мы не так же осознаем тело, аналогично осознанию звуков и пейзажей? Например, если у нас болит голова, мы осознаем это как ощущение, которое появляется и исчезает. Так же, как мы осознаем звук движения, который появляется и исчезает. По этой причине мы знаем, что головная боль не является необходимой для нашего «я». Наш опыт нашего «я», осознание осознающего себя, это то, что всегда присутствует. Таким образом, все, чем мы по существу есть, также должно всегда присутствовать. Именно потому, что головная боль появляется и исчезает, в отличие от нашего «я», которое остается после того, как она прошла, мы знаем, что головная боль не является необходимой для нашего «я». Это не то, что мы есть. Даже если мы никогда не формулировали это таким образом, тот факт, что головная боль появляется и исчезает, дает понимание, что головная боль не является необходимой для нашего бытия. Если мы теперь обратимся к ощущению покалывания в лице, руках или ногах, мы обнаружим, что мы осознаем это ощущение так же, как мы осознаем движение, здание, ландшафт или головную боль. И так же, как появляются и исчезают звуки и пейзажи, так же исчезает ощущение тела, оставляя только наше «я», осознающее присутствие. Другими словами, тело, в данном случае лицо, руки или ноги, это объекты нашего внимания, так же, как звуки и виды окружения. И мы, осознающие присутствие, являемся их субъектом или познающим. Таким образом, мы приходим к простому, но революционному открытию. Это не «я» тело является субъектом или познающим опыта, а «я», осознающее присутствие,
является субъектом и познающим опыта. А объекты тела, как и объекты окружения, познаются и исследуются. Другими словами, мы познаем ощущение тела так же, как мы познаем представление о мире. Мы можем возразить, что головная боль не всегда присутствует, и поэтому не присуща нашей самости, в то время как тело всегда присутствует, и поэтому законно считается нашим «я». Тем не менее, если мы рассмотрим любое другое ощущение или восприятие тела, мы найдем, что оно присутствует не всегда. Если мы внимательно посмотрим на реальный опыт тела, а не на идеи, которые мы можем иметь о нем, мы находим, что наш единственный его опыт – это текущее ощущение или восприятие. Все ощущения и восприятия появляются и исчезают, но наше «я», осознающее присутствие, остается всегда. Это вездесущее «я» не может поэтому быть сделано из прерывистого объекта, например, из ощущения или восприятия. Давайте рассмотрим ум, который большинство из нас считает идентичным с нашей самостью «я». Ум состоит из мыслей и образов. На самом деле, никто и никогда не испытывал ум как таковой, то есть как постоянно существующий контейнер всех мыслей, образов, воспоминаний, страхов, надежд, желаний и так далее. Существование контейнера для всего этого – это тоже идея. Другими словами, мы не знаем ум как таковой. Все, что мы знаем о теперешнем уме, это осознаваемая мысль или образ. Возьмите любую мысль, например, что у нас на ужин сегодня вечером. Эта мысль появляется как тонкий объект, похожий на восприятие мира или ощущение в теле. Другими словами, это не я ум есть субъектом или познающим моего опыта, а скорее я, осознающий присутствие, является субъектом или познающим объектов мира, тела и ума. Спросите себя, является ли в вашем фактическом опыте тело субъектом или познающим опыта. Могут ли лицо, руки или ноги знать или исследовать чего-то? Могут ли лицо, руки или ноги слышать, различать на вкус, на запах или, например, видеть эти слова? Или являются ли лицо, руки и ноги познаваемыми или исследуемыми вместе со всем остальным? А как насчет мысли или образа? Может ли мысль или образ знать или испытывать что-то? Может ли мысль видеть или образ слышать? Может ли мысль увидеть или понять эти слова? Или же мысли увидены и поняты нашим «я»? Если мы останемся близко к опыту, используя только наш реальный опыт в качестве теста истины или реальности, мы увидим, что тело и ум не познают и не ощущают. Они познаваемы или ощущаемы. Ясно видим, что это не я, тело и ум, осознает мир, а скорее я, осознающий присутствие, осознает тело, ум и мир. Открытие того, что наше «я» по существу не является телом или умом, а на самом деле осознающим бытием или присутствием, которое знает или свидетельствует их, имеет радикальные и далеко идущие последствия. Первым шагом в этом рассмотрении является открытие того, что мы – это осознающее присутствие, и видение, что именно это присутствие знает или свидетельствует ум, тело и мир. Второй шаг заключается в том, чтобы осознанно быть этим, не воображая, что мы что-то еще, например, тело или ум. Мы не станем этим свидетельствующим присутствием в результате этого исследования. Скорее мы заметим, что мы всегда только это. И сейчас мы пребываем в этом осознанно. Ранее мы принимали наше «я» как тело и ум, и весь опыт был обусловлен и появлялся в соответствии с этой верой. Теперь мы вернули то, что было всегда нашим. Мы отдаем себе отчет, что мы всегда были свидетельствующим присутствием,
которое, тем не менее, иногда было скрыто, забыто или упущено из виду. И когда мы наблюдаем наше тело и ум таким образом, мы становимся, возможно, даже не понимая сначала, осознанным присутствием, в котором они появляются. В следующих главах мы будем принимать нашу точку отсчета с уровня этого свидетельствующего присутствия осознания, и отсюда изучим опыт нашей самости. То есть мы будем изучать собственное знание, осознание о себе из собственного близкого и непосредственного опыта. Хотя результаты этого исследования будут сформулированы умом, важно понять, что сам эксперимент не основывается на мысли, что он основан не на идеях, которые мы, возможно, имеем о нашем «я», а на нашем реальном опыте нашей самости, на простом знании нашего собственного бытия, каким оно на самом деле есть в своем собственном опыте себя. Наше «я» без места или ограничения. Для ума, который привык много лет познавать только объекты, то есть концентрировать свое внимание и интересы только на тело, ум и мир, неизбежно будет сохраняться желание познать себя, «я», как своего рода утонченный объект. Мы будем искать это осознающее присутствие и попытаемся сделать его объектом наших знаний или опыта. Однако, если снова и снова возвращаться к экспериментальному пониманию того, что наше «я» является познающим или свидетелем всех объектов, становится ясно, что оно само не может быть объектом. Наш простой опыт показывает, что наше «я» присутствует и познает, но не имеет никаких объективных качеств. В меру того, как это экспериментальное понимание углубляется, соответственно, уменьшается попытка поиска себя как объекта. Неспособность знать себя как объект не означает, что наше «я» не может быть познано. Это просто означает, что оно не может быть познано, как обычно познается объект, то есть через отношения субъект-объект. Наше подлинное «я» познается более близким и прямым способом, просто через бытие. В самом деле мы обнаруживаем, что единственный способ познать себя – это быть собой и не перепутать себя с любым другим объектом. Если кто-то просит вас обратить ваше внимание на ощущения в теле, на мысль или образ в уме, или объект во внешнем мире, это нетрудно, так же, как у нас нет проблем с обращением нашего внимания на эти слова. Но что делать, если кто-то попросит вас обратиться к себе, к «я», к осознающему присутствию, которое осознает объекты тела, ума и мира? Попробуйте сделать это. Например, попробуйте обратить ваше внимание на то, что видит, слышит эти слова. Некоторые из нас могут быть склонны к обращению внимания на ощущения вокруг глаз или головы, однако обратите внимание, что глаза и голова сами являются ощущениями, о которых нам известно. Попробуйте еще раз обратить ваше внимание на то, что осознает эти ощущения и что само не является ощущением. В каком направлении смотреть? Обратите внимание, что любое направление, которое мы пробуем, всегда находится на пути к какому-то объекту, более или менее утонченному. Если мы уберем наше внимание от этого объекта и попробуем повернуть его на то, что познает или испытывает этот объект, мы всегда разочарованы. Каждое направление оказывается в неправильном направлении. Это как будто вы стоите и пытаетесь сделать шаг в направлении своего тела. Каждый шаг будет в неправильном направлении. И тем не менее, в то же время, ни один шаг не уводит нас от цели. В определенный момент может наступить спонтанный крах попытки найти себя как объект в теле или уме. В этом кризисе ищущий ум ненадолго приходит к концу. И в этот момент, это по сути вечный момент, наше «я» получает озарение или вкус себя такого, каким оно есть, чистым осознающим присутствием, не обусловленным любым из убеждений или чувств,
которые наложили на него мысли. Хотя этот опыт является прозрачным или необъективным опытом, который не приходит в виде мысли, изображений, ощущений или восприятия, тем не менее, когда ум и тело появляются снова, они уже будут часто казаться проникнувшими новым видом знания, который является одновременно близким и знакомым, и в то же время исходит из неизвестного направления. Ум и тело фактически трансформируются, хотя и временно, этим прозрачным опытом, и могут быть даже в недоумении или даже иногда бояться его. Однако, так как ум не присутствует во время этого прозрачного и вневременного опыта, этот опыт невозможно запомнить. Здесь нет ничего объективного, чтобы запомнить. В результате ум в большинстве случаев отклоняет этот прозрачный опыт как незначительный или даже несуществующий и возвращается к своей обычной работе сосредоточения внимания на объектах в той или иной форме. Однако это растворение в нашу истинную природу оставляет внутри нас осадок, который никогда не может быть забыт полностью и часто остается на протяжении десятилетий как своего рода ностальгия или тоска за тем, что когда-то существовало в нашем прошлом, часто в детстве, и за которым в тихие моменты или в то время, когда прерывался нормальный ход нашей жизни, мы глубоко тоскуем. На самом деле это не было в нашем прошлом. Это присутствует в нашем «я». И это наше «я», и оно присутствует и достижимо в настоящее время, как это было тогда, в это первое краткое знакомство. Если мы размышляем над этим новым, но странно знакомым опытом и постоянно возвращаемся к нему, мы приходим к необычному и глубокому осознанию того, что мы не можем найти себя, свое «я». Оно не может найти себя как объект, находящийся в пространстве. Мы обнаруживаем, что мы осознаем все объекты и места, но что наше «я» не является само объектом и не имеет какого-либо реального опыта себя, находящегося в любом конкретном месте. Другими словами, если мы остаемся рядом с простым, прямым знанием нашего бытия, его знанием самого себя, мы находим, что у нас нет знания о нашем «я», находящемся где-то. На самом деле только мысль сначала определила наше «я», осознающее присутствие, как тело. И только мысль впоследствии воображает, что мы находимся внутри него. Эта мысль накладывается на нашу истинную природу, осознающую присутствие, но фактически никогда не находит его. Идентифицируя себя в качестве тела, мысль предполагает, что мы, осознающие присутствие, разделяем качества и, следовательно, ограничения, которыми обладает тело. Можем ли мы найти какие-либо ограничения для нашего «я», осознающего присутствие? Ум может представить себе ограничения, но переживаем ли мы их на самом деле? Только наше «я», осознающее присутствие, познает или переживает все, что известно или переживается. Таким образом, вопрос можно сформулировать заново, спрашивая, может ли наше «я», осознающее присутствие, иметь любой опыт своего ограничения? С самого начала ограничения, которые ум наложил сам на себя, могут показаться настолько очевидно верными, что смогут затмить наш реальный опыт. Однако, если мы оставим эти верования в стороне и действительно исследуем, не существует ли каких-либо реальных опытов границ для «я», осознающего присутствие, мы понимаем, что нет ни одного. Каждый предел, который предполагает ум, оказывается каким-то объектом. Ум утверждает, что наше «я» является телом, и, сделав эту первоначальную презумпцию, впоследствии утверждает, что оно имеет фигуру, возраст, историю, будущее, вес, цвет, гражданство, пол и размер. Однако все эти характеристики являются качествами тела, а не «я». Они познаны нашим «я», но не принадлежат ему. Они ограничивают «я» не больше, чем изображение ограничивает экран, на котором оно появляется.
Если мы снова и снова возвращаемся к нашему «я», всегда пробуя найти любое качество, которое фактически ограничивает его, становится ясно, что наше «я» никогда не испытывало каких-либо ограничений внутри себя. В самом деле, осознающий присутствие всегда испытывает себя без ограничений. Но этот опыт обычно затенен убеждением, которое ум наложил на него. Мы так уже привыкли думать и, что более важно, ощущать, что наше бытие разделяет ограничения тела, что теперь мы принимаем это как должное. Впоследствии большинство, если не все наши мысли, чувства, деятельность и отношения, выражают эту основную презумпцию. Это осознание, как и любое понимание, когда оно на самом деле происходит, всегда внезапно. В самом деле оно вневременно, потому что ум не является участником нашего «я», переживающего само себя. А без ума нет времени. Однако оно может не всегда быть немедленным. Путь к этому пониманию может занять некоторый период созерцательного и чувствительного опыта. Это открытие неограниченного характера нашего «я» может иметь драматическое и немедленное воздействие в нашей жизни. Ум может быть в замешательстве от того, что его собственные системы верований больше не кажутся убедительными, но пока не были заменены новой интерпретацией опыта. Однако это экспериментальное понимание может некоторое время идти почти незаметно, пока ум будет постепенно привыкать к нашему недавно обнаруженному опыту нашего «я». В любом случае, если изучить это экспериментальное понимание и допустить в нашу жизнь его последствия, это станет величайшим открытием, которое вы когда-либо можете сделать, и ключом к решению дилеммы, которая существует в основе жизни почти каждого человека, почти постоянному поиску мира, счастья и любви. Забывание нашего сущностного бытия. Забыв простое знание нашего собственного бытия, каким оно есть, и вообразив его будто бы находящимся в теле и уме, мы пришли к мнению, что наше «я», осознающее присутствие, разделяет качество мыслей, чувств, образов и ощущений. Мы забыли, что мы тот, который осознает мысли, чувства, образы и ощущения, и верим, что более важно чувствуем, что мы на самом деле эти мысли, чувства, образы или ощущения. Если появляется чувство печали, мы чувствуем, что мне грустно. Если мы посмотрим на наше лицо в зеркало и увидим, что оно изменилось с возрастом, мы думаем, что я старею. Если мысль говорит нам, что нам 40 лет, мы думаем, что мне 40 лет. Если появляется взволнованная мысль, мы чувствуем, что я взволнован. Если появляется ощущение голода, мы чувствуем, что я голоден. Если мы получили плохие оценки в школе, мы считаем, что мы провалились. Если оценки были хорошие, то у меня успех. Если нет друзей вокруг, мы чувствуем, что я одинок. Если тело болеет или умирает, мы чувствуем, что я болен и умираю. Если есть сопротивление текущей ситуации и желание изменить ее к лучшему, мы чувствуем, что я недоволен. Можно продолжать почти до бесконечности. Достаточно сказать, что наше понимание нашего «я» глубоко обусловлено нашими убеждениями и чувствами. Мы облачили наше бытие в ограниченные качества тела и ума. Так же, как экран кажется поглощен качеством фильма, который появляется на нем, таким же образом наше сущностное бытие кажется поглощено качествами тела и ума. Когда экран, например, кажется синим, когда в фильме появляется небо, его синева никогда не становится существенным качеством экрана. Только кажется, что цвет временно его окрашивает. Наше бытие стало окрашено качествами ума и тела также, до такой степени, что оно, кажется, на самом деле стало этими качествами. Экран на самом деле бесцветный, и именно это бесцветие позволяет ему взять на себя все цвета, самому при этом не приобретая цвет. Точно так же наше сущностное бытие
Беспредметное, прозрачное, открытое, пустое, осознающее присутствие не имеет объективных качеств, которые относятся к телу или уму. И именно из-за этого мы способны на весь диапазон мыслей, чувств и восприятий, никогда на самом деле не став мыслью, чувством или восприятием. На самом деле все мысли, чувства и восприятия первоначально озарены светом нашей сущностной природы, с помощью которого они раскрашены или познаны, независимо от их конкретной характеристики, так же, как все изображения сияют светом экрана. В начале фильма мы забываем о экране и обращаем внимание только на фильм. Экран на самом деле, как кажется, становится изображением. Это же происходит с нашим сущностным бытием. Оно полностью настолько поглощено мыслями, чувствами и образами, что кажется неотличимо от них. Таким образом, эта спонтанная смесь нашего «я» с коллекцией мыслей, чувств, образов и ощущений прижилась в нас до такой степени и так воодушевлена нашей культурой и образованием, что теперь нормально думать и, что более важно, чувствовать наше «я» как своего рода коллаж из таких мыслей, чувств, образов и ощущений. Мы забыли нашу сущностную идентичность чистого осознающего бытия и позволили ему смешаться с характеристиками и качествами, которые определяют тело и ум. Большинство людей живут почти постоянно в этом состоянии амнезии, и их жизни являются отражением этого простого забвения. Кто же тот, кто забыл это? Наше «я» всегда только само, первично и независимо от любой мысли, которая может или не может присутствовать. Осознание – это не качество, которое наше «я» включает и выключает. Осознание – это его природа. Оно всегда присутствует и осознает, и, следовательно, по определению, всегда осознает себя. Это самоосознание или осознание, познающее само себя, может быть затенено появлением мысли или чувства, но оно никогда не аннулировано ими, так же, как экран никогда по-настоящему не закрыт появлением изображения, хотя может оказаться. «Я», которым мы, как нам кажется, стали в результате забвения или сокрытия нашего сущностного бытия, является мнимым. На самом деле это мысль, а не существо или «я», которое вызвало эту эксклюзивную ассоциацию нашего «я» с объектом, телом и умом. Эта мысль приравнивает или идентифицирует характеристики тела и ума с нашим сущностным бытием и собирает их в то, что, кажется, стало отдельным, независимым образованием или «я», которое находится в теле. Эта мысль берет осознание того, что присутствует как наше сущностное бытие и ограниченные качества тела и ума, смешивает их вместе и производит в результате воображаемое, ограниченное, отделенное «я», которое живет внутри тела и ума. Эти два осознания, наше «я» и ограниченные качества тела и ума, кажется, становятся одной сущностью, одним «я». Однако это, как будто отдельное «я», сделано только из мысли, которая думает это. Это как смешивание масла и уксуса для получения одной единственной субстанции – салатной приправы. Однако, когда заправке для салата дать осесть, масло и уксус разделяются. Мы понимаем, что они только казались одним однородным веществом. Последовательное и созерцательное исследование нашего опыта, которым мы здесь занимаемся, регулирует эти две группы качеств. Качества, которые являются врожденными в нашем сущностном бытии, и те, которые должным образом относятся к проявлениям тела и ума. Представив себе это отделенное внутреннее «я», мышление затем дополнительно облачает его другими многочисленными атрибутами, тем самым превращая то, чем оно является, по сути, просто хрупкой эфемерной мыслью, в то, что кажется плотным, сложным образованием. Это забвение истинной природы нашего сущностного «я» никогда не подтверждается на опыте нашим реальным «я». Это всегда только мысль. Другими словами, наше «я», истинное и единственное «я», которое есть, никогда не забывает себя, со своей точки зрения,
которая является единственной существующей реальной точкой зрения. Забвение нашей сущности всегда только для мысли, никогда для нашего «я». Именно по этой причине все последующие мысли и чувства, которые зависят от этого первичного, отделенного внутреннего «я», есть только для этого отделенного внутреннего «я», которым мышление представляет нас, и никогда не для нашего реального «я». Позже будет видно, что все психологические страдания рождаются от этой мысли отделенного внутреннего «я», и, следовательно, все страдания для мнимого «я», никогда для истинного и единственного себя, которым мы всегда есть. На самом деле наше истинное «я» никогда не переживает из-за определенного возраста волнения, голода, одиночества, болезни или умирания и так далее. Даже в присутствии таких верований и чувств наше «я» совершенно свободно от них. Наше «я» присутствует как познающий или переживающий таких качеств, но не сделанный из них. В то же время, когда появляются такие мысли или чувства, они близки с нашим «я», так же, как изображение на экране близко с экраном. Таким образом, наше «я» является и познающим всех таких мыслей и чувств, отсюда присущей нам независимость и свобода, и в то же время едино с ними. Эта близость опыта есть любовь. Именно по этой причине настоящая близость или любовь всегда сочетается со свободой. На самом деле наше сущностное бытие действительно никогда не закрыто из-за этих мыслей и чувств. Так же, как телевизор действительно никогда не закрыт изображением. И, следовательно, это больше вопрос признания истинной природы нашего бытия, а не его поиска. Эта эксклюзивная смесь нашего сущностного бытия с проявлениями тела или ума является единственным событием, которое диктует большинство мыслей, чувств, действий и отношений этой будто бы очевидной личности. Тем не менее, это не событие, которое произошло давно и теперь высечено на камне. Это повторное принятие момент за моментом и может быть удалено в любой момент, просто признав, кто мы есть на самом деле. Наше «я» никогда не рождается и не умирает. Если мы без вмешательства мыслей исследуем бытие, переживающее самого себя, мы обнаруживаем, что оно ничего не знает о своем рождении, развитии, старении или смерти. Только объект, например, тело или ум, может появиться и исчезнуть, родиться, расти, эволюционировать, слабеть и умирать. Наше «я», осознающее присутствие, осознает эти изменения, но не подвержены им. Только мысль исключительно связывает нашу сущность с этими появлениями и изменениями, что приводит впоследствии к вере и ощущению, что мы разделяем эти качества. Эти верования и чувства настолько глубоко укоренились и, похоже, стали такой неотъемлемой частью нашего бытия, что мы с трудом осознаем, что они являются, по сути, просто убеждениями и чувствами, и принимаем их вместо того, чтобы оставаться абсолютной и безусловной истиной о нашей собственной личности. Эти верования и чувства затем становятся основой, от которой зависят все последующие мысли и чувства и большинство видов деятельности и отношений. Однако обратите сначала внимание, что вы осознаете текущие мысли, текущие ощущения, эти слова, восприятие мира и так далее. Разве не это же вам было известно о вчерашних мыслях и чувствах? И разве не то же самое было известно в прошлом году о мыслях, чувствах, ощущениях и восприятиях? И в предыдущем году, и 10 лет назад, 20, 30? Разве не то же самое было известно во время первого ощущения или восприятия, которое вы когда-то получили, возможно, даже еще в утробе матери? Осознавалось ли это кем-то другим или вами, тем же, кто слышит эти слова? Вы сейчас такой же, которым вы были тогда, или вы другой?
Если это был другой вы, который осознавал или переживал все это, как можно себе представить, что вы знаете или помните это сейчас? Когда мы говорим «моя первая школа», то «моя», на которую мы ссылаемся, это та же «моя» или «я», которому принадлежат ваши текущие мысли. Мысли, чувства, ощущения, образы, воспоминания и представления меняются, но «я», который их знает или переживает, неизменно. Отмечало ли когда-либо ваше «я» какие-либо изменения в самом себе? И кто тот, кто регистрировал такое изменение? Он мог бы быть только нашим неизменным «я». Если мы думаем, что «я» меняется, что в один момент ему 5 лет, в другой 25, тогда тоже «я» должно присутствовать, осознавая 5-летнего и 20-летнего. Другими словами, для того, чтобы закону претендовать на опыт изменения, мы сначала должны найти не меняющегося свидетеля таких изменений. Вы есть тот, кто реагирует на изменения тела, ума и мира, но никогда не регистрирует изменения в «я». Вы вездесущее, необъектное, осознающее присутствие, которое тесно пронизывает все знание или переживание. На самом деле вы сделаны из чистого знания или осознания, и хотя изменения могут регистрироваться вами, но то вы, которое является светом знания, с которым эти изменения становятся известными, всегда остается тем же. Так же, как экран, всегда тот же экран, и никогда сам не подвергается каким-либо изменениям, которые претерпевают изображения, которые появляются на нем. На самом деле наше «я» не сделано из чистого знания или осознания, как хлеб сделан из муки. Наше «я» просто есть этим. Но кто это наш в нашем «я»? Оно не принадлежит телу или уму. «Я» принадлежит само себе. Оно безлично. Тело и ум принадлежат ему, но оно не принадлежит кому-либо или чему-нибудь. Рождение – это серия ощущений и восприятий, которые вы пережили. Это вы не ощущение или восприятие. Оно осознает все ощущения или восприятия. То вы, которое испытывало те первые ощущения и восприятия, это то же самое вы, которое испытало в 5 и 25 лет. И это тоже вы, которое осознает эти слова. Если бы наше «я», осознающее присутствие, не присутствовало при рождении тела, мы не могли бы утверждать, что оно родилось. «Я», которое пережило рождение тела, не родилось с ним. Оно уже присутствовало, когда тело появилось, и, следовательно, мы можем сказать, что тело появилось. Только потому, что мысль воображает, что наше «я», осознающее присутствие, является телом, мы думаем и впоследствии чувствуем, что мы родились, когда оно родилось. И по той же причине мы считаем, что мы умрем, когда тело умирает. Эта вера отвечает за страх исчезновения, который лежит в основе отделенного внутреннего «я», которым нас считает мышление. Это первая эмоция, возникающая в результате исключительной ассоциации нашего «я» с телом. И это доминирующая эмоция, руководящая более или менее сознательно жизнью мнимой отдельной сущности. Действительно ли это реальный опыт, что наше сущностное «я» родилось телом? Осознавали ли мы ощущения и восприятия, которые сопровождали это рождение? Осознавали ли мы реальное переживание и присутствие нашего сущностного «я», находясь внутри материнской утробы? Или мы уже осознавали все ощущения нерожденного младенца в утробе матери? Действительно ли мы, осознающие присутствие, сидим в комнате сейчас? Или же это для нашего «я» возникает ощущение и восприятие? И не это ли же самое «я», которое свидетельствовало о возникновении тела, осознает его исчезновение во сне каждую ночь и будет знать о его окончательном исчезновении в момент смерти и теперь осознает эти слова? Действительно ли мы изменились и постарели вместе с изменением и старением тела?
Не было ли наше «я» тоже, которое присутствует сейчас, осознающее младенца, ребенка, подростка и взрослого человека во всех их формах и на протяжении всех их изменений? Когда тело и ум исчезают во время сна, исчезает ли наше «я»? Кто является свидетелем такого исчезновения? Он должен присутствовать и осознавать. Наше «я» не имеет опыта собственного исчезновения. Кто бы мог свидетельствовать и подтвердить такое исчезновение? Только наше «я». И если мы утверждаем, что наше «я» умирает, когда умирает тело, кто тот, который знает или переживает смерть? Не наше ли «я» только может сделать такое заявление? Если смерть нашего «я» является реальным опытом, а не просто верой, то мы должны быть там, чтобы знать об этом, и остаться после этого для подтверждения, что это произошло. Другими словами, опыт смерти доказывает, что мы не умираем, так же, как опыт переживания изменений определяет наше «я» как своего неизменного познающего. И если нет опыта смерти нашего сущностного бытия, почему предполагать, что она когда-либо происходит? Ясно видно, что у нас нет знаний нашего «я», когда-либо родившегося, меняющегося, развивающегося, растущего или стареющего, и что мы никогда не можем иметь опыт смерти. Также мы, осознающие присутствие, никогда не становимся грустными, гневающимися, беспокойными, депрессивными, нуждающимися, взволнованными, ревнующими и так далее. В то же время мы тесно едины с такими чувствами, когда они присутствуют. Хотя мы являемся сутью всех таких чувств, так же, как экран – это сущность всех изображений, мы, по сути, свободны от них. Несчастье сделано из нашего «я», но «я» никогда не является несчастным. Убеждение, что мы родились, меняемся, развиваемся, стареем и умираем – это просто убеждение, которое поддерживает подавляющее большинство человечества, не понимая, что они делают это. Это религия нашей культуры. Мы обычно думаем, что родиться, меняться, развиваться, стареть и умирать – это наш опыт. И что рассматривать себя без рождения или смерти – какой-то необыкновенный опыт, обычно требующий религиозных убеждений. Однако на самом деле верно обратное. Мы не имеем знаний или опыта рождения, изменения, эволюции или смерти нашего сущностного «я». И мы подписываемся на то, что является, по сути, просто верой в нашу собственную смертность. Конечно, тело и ум появляются и исчезают. Как таковые, они рождаются и умирают. Только из-за мысленной, случайной, эксклюзивной идентификации нашего «я» с этим, то есть с мыслью, чувством, образом, воспоминанием, ощущением и восприятием, мы думаем, и что более важно, чувствуем, что когда они уйдут, я тоже уйду. Вера в нашу собственную смертность является основным предположением, на котором основано большинство других верований и чувств и впоследствии нашей деятельности и отношений. И они, оказывается, есть источник всех психологических страданий. Страх исчезновения или смерти – является на самом деле основной эмоцией, преобладающей в жизни мнимой сущности, которая является результатом исключительной ассоциации нашего «я» с телом или умом. В самом деле большинство чувств печали, гнева, тревоги, депрессии, нужды, психологической потребности, психомоторного возбуждения, ревности и так далее являются просто модуляциями или вариациями этого основного страха исчезновения или смерти. Именно по этой причине, когда истинный характер нашей сущности становится ясным, все эти чувства постепенно очищаются. Вера, от которой они зависели, развеивается. Экспериментальное понимание того, что наше «я», осознающее присутствие, без границ или местонахождения,
это не особый вид знания, получаемого с тренингом или образованием. Оно очевидно, близко и хорошо известно всем, предшествующее всему, что ум может или не может знать. Это опытное знание, которое не зависит от того, насколько умным или невежественным ум может быть, или от того, каким старым или молодым, здоровым или больным может быть тело. На самом деле, прежде чем мы знаем что-нибудь еще, прежде чем наше кажущееся «я» знает что-нибудь другое, чем оно само, например, ум, тело и мир, мы знаем наше собственное бытие, и никакое последующее знание ума не может приблизить нас к этому ощущаемому на опыте знанию или увести дальше от него. Только мысль, которая позже обосновывается на уровне тела через чувства, кажется, вуалирует это опытное понимание или уводит нас от него. Большинство из нас наделяют мысль такой степенью важности истины, что это простое знание нашего бытия считается незначительным. Тем не менее, ясно, что без ссылки на мысли или память нет знания нашего «я», имеющего предел, контур, форму, границы, размеры, цвет, возраст, историю, будущее, прошлое, судьбу, вес, национальность или пол. Только объект, например, мысль, чувство, образ, ощущение, память или восприятие, может иметь такие атрибуты. Вы, осознающие присутствие, осознаете эти качества, но сами не обладаете такими качествами. Только объективные качества могут ограничить что-либо. И наше «я», будучи без таких качеств, по сути, есть без таких границ. По этой причине наша самость считается бесконечной. Наша культура, которая потеряла связь с этим глубоким пониманием нашей истинной идентичности, как правило, имеет тенденцию считать, что бесконечное означает безграничное продление в пространстве, в то время как на самом деле это означает без каких-либо конечных наблюдаемых качеств или размеров, и, следовательно, не находящиеся в пределах трех измерений пространства. Точно так же обратите внимание, что наша самость присутствует всегда. Не всегда присутствует во времени, но всегда присутствует в настоящее время. Без ссылки на мысли у нас нет никакого знания времени. Время – это продолжительности между двумя событиями. И хотя мы можем представить себе два события, мы никогда не испытываем их одновременно. Например, когда утром присутствует завтрак, завтрака вчерашнего утра нет. 24 часа, которые отделяют эти два события, сделаны из мысли, не из опыта. Другими словами, в близости нашего собственного бытия, которое предшествует мысли, времени нет. На самом деле наша самость не предшествует мысли. Без мысли нет присутствующего времени, в течение которого наше «я» могло бы существовать. Даже с мыслью нет присутствия времени. Но в этом случае, по крайней мере, присутствует иллюзия времени. Существовать, exist, означает выделиться из. На латыни ex означает из или изнутри. Чтобы что-то существовало во времени, сначала для существования этой вещи должно присутствовать время. Как условно говоря, должно сначала присутствовать пространство комнаты, для того, чтобы в нем появились объекты. Тем не менее, у нас нет никакого опыта, ничего предшествующего нашему «я». Что-то должно присутствовать при таком опыте, и это что-то должно быть как присутствующим, так и осознающим. Другими словами, это будет наше «я». В нашем фактическом опыте нет ничего предшествующего нашему «я». Наше «я» всегда присутствует, и мы не испытываем последовательности отрезков этого присутствия. Это настоящее теперь есть
единственном теперь, которое есть. Теперь, в котором родилось тело, есть тем же теперь, в котором появляются эти слова. Это единственное сейчас, которое когда-либо существовало по-настоящему. По этой причине наша сущность считается вечной. Это не значит, что мы существуем вечно во времени. Это означает, что мы есть вечно присутствующим теперь. В нашем опыте просто никогда на самом деле не присутствует время, в котором может существовать наше «я», кроме этого настоящего сейчас. Наше «я» не появляется в определенное время и не исчезает в определенный момент времени. В нашем реальном опыте нет времени, в котором что-то может появиться или исчезнуть. Существует только это вечно присутствующее сейчас. И это сейчас не момент времени. Это вневременное осознание, наша истинная природа. Наша культура потеряла эти знания и, следовательно, сравнивает постоянное с вечным. Тем не менее, эти два принадлежат к совершенно разным сферам. Одна реальная и одна мнимая. Вечное связано с временем и обозначает то, что вроде бы длится вечно. Постоянное связано с вневременным и означает то, что всегда присутствует в настоящее время. Речь идет не о вечной жизни. Речь идет о постоянной жизни. В конечном счете ни одно слово не может точно описать наше «я», потому что слова могут описать только объективные качества. Однако, если слова действительно приходят из уровня экспериментального понимания нашей сущности, они как-то получают право, используя себя, указать и призвать ее. В конце концов, все слова должны быть забыты, оставив только опыт, к которому они относятся, к вечному присутствию и бесконечной природе нашего сущностного бытия. Присутствие является самосветящимся. Каждый объект ума, тела и мира известен или переживается нашим «я». В самом деле, без нашего «я», осознающего присутствие, ничего не было бы известно или испытано. Другими словами, весь опыт стал понятым или освещенным нашей собственной личностью. Так же, как, условно говоря, все объекты оказываются видимыми благодаря солнечному свету, в действительности весь опыт оказывается познанным в свете нашего «я». Наше «я» освещает весь опыт светом осознания. Это осознание присуще и неотделимо от нашей собственной личности. Это наше «я». Весь опыт неотделим от его осознания, то есть неотделим от света нашего «я». Другими словами, все, что известно или переживается, светит светом нашего «я», так же, как свет солнца сияет во всех объектах. На самом деле, до того, как любой опыт расскажет нам о своих объективных качествах, он сначала объявляет свет присутствия, которым он познает. Этот свет светит во всех опытах, так же, как солнечный свет сияет во всех объектах. Свет нашего «я» делает все, будто бы очевидные вещи, узнаваемыми. Но что это такое, что делает наше «я» познаваемым? С каким светом появляется уверенность в известности нашего собственного бытия? Тело, ум и мир известны в свете нашего «я». Но наше «я» неизвестно благодаря какому-либо другому свету, кроме своего собственного. Так что это наш опыт, что свет, с которым наше «я» знает себя, это его собственный свет. Наше собственное бытие светит своим собственным светом. Оно не осознается ничем другим, кроме самого себя. Оно осознает само себя только благодаря себе. Оно не требует тела или ума, чтобы быть осознанным. Оно самоосознающее,
самосветящееся и самоочевидное. На самом деле мы действительно не знаем и не испытываем объектов как таковых. Мы просто знаем наше осознание их или испытывание их. Переживание осознания – это все, что мы знаем об объектах или мире. И осознание, которым мы знаем, будто бы явный объект или мир, происходит от «я», и это наше «я». Это свет нашего собственного «я», осознающее присутствие, которое светит в осознании или испытывании любого объекта. Когда мы смотрим на будто бы очевидный объект, нам кажется, что мы видим объект. Но на самом деле мы видим отраженный свет нашего собственного осознающего присутствия, которое освещает или знает его. Все будто бы очевидные объекты освещены отраженным светом нашего собственного бытия. На самом деле мы не знаем объектов. Мы просто знаем осознание. А кто тот, кто знает осознание? Осознание известно не чему-то или кому-то внешнему, или отличающемуся от себя. Осознание известно осознанию. Другими словами, все, что воспринимается в опыте объекта, других или мира, это осознание. И это осознание – это наше «я», осознающее присутствие. Другими словами, все, что когда-либо испытывалось, это наше «я», осознающее себя. Осознание, осознающее сознание. Этот опыт осознания, осознающего себя, не допускает никакой непохожести, расстояния или разделения. В то же время он сделан из чистой близости собственного бытия. Эта полная близость и отсутствие непохожести переживаются как любовь. Все вокруг, все кажущиеся вещи сделаны только из любви. Если мы забудем о свете нашего собственного бытия, мы думаем, что видим физический объект. Но как только мы вспоминаем наше «я», как только наше «я» больше не кажется завуалированным мыслью «я» – отдельная внутренняя самость, мы понимаем, что в действительности осознаются только модуляции света нашего бытия, который осознает свое собственное вездесущее «я». Так же, как в деревьях, холмах и горах, мы видим только модулированный свет солнца. Только мысль делает это похожим на что-то другое, отличающееся от осознавания света нашего бытия. Так же, как и на более относительном уровне, только мысль делает это похожим на что-то другое, отличное от солнечного света, например, на дерево, холм или гору. То есть это только мысль создает впечатление, вот и наше «я» – это тело и ум. Тогда как на самом деле тело и ум – это модуляции света осознания, которые есть нашим осознающим присутствием. Обычно мы думаем, что ум познает объекты. Однако ум познается, он не осознает. Ум, который кажется познающим объекты, можно сравнить с луной, которая в темную ночь кажется освещающей объекты. Объекты кажутся освещенными светом луны, но на самом деле луна не является светом. Свет, с которым луна освещает объекты в темную ночь, это отраженный свет солнца. Также нам кажется, будто ум познает объекты, но на самом деле свет или осознание, с которым ум, как кажется, познает что-либо, исходит от нашего собственного осознающего бытия. Когда мы смотрим на объекты в природе, например, на дерево, холм или гору, все, что мы действительно видим, условно говоря, является модуляцией солнечного света. Если мы забываем о присутствии солнца, нам кажется, что мы видим объекты. Но как только мы вспоминаем солнце, мы понимаем, что мы действительно видим только модуляции света. Аналогичным образом,
В действительности все, что мы действительно знаем, это осознание. И это осознание является нашим «я». Когда мы забываем присутствие нашего «я», или скорее, когда оно будто бы окутано покрывалом, или заслонено мыслью «я» – отдельная внутренняя самость, отдельные объекты, другие и мир, как нам представляется, сами по себе приобретают самостоятельное существование. Они кажутся реальными с их собственной точки зрения. Но как только вспоминается наше подлинное «я», пропадает вся мнимая объектность и отличительность. И весь опыт раскрывается только как свет осознающего присутствия, сияющего само по себе, самоосознающего, самоочевидного, самосветящегося. Мы не можем видеть солнце ночью, но все, что мы видим, это его свет, отраженный сначала луной и затем объектами. Таким образом, все объекты в ночное время рассказывают нам прежде всего о солнце. Они объявляют присутствие солнца. Аналогичным образом мы не можем видеть собственного бытия. И все же, все, что мы когда-либо знали или переживали, это свет нашего «я». Оно знает только себя. Весь опыт первоочередно объявляет наличие осознания, света нашего собственного бытия. Все другие знания – только относительные знания. Знание нашего собственного бытия, его знание себя – это единственное абсолютно истинное знание, которое мы знаем. Это все, что когда-либо действительно известно. Все объекты празднуют солнце. Все опыты празднуют наше «я», осознающее присутствие. Как говорят суфии, куда бы ты ни обратился, везде увидишь лицо Бога. Единственное «я», которое есть. Наше собственное бытие похоже на открытое, пустое, прозрачное присутствие. Внимание всегда направляется к чему-то определенному. В нашем «я» нет ничего объективного, к чему могли бы направить наше внимание. Внимание всегда направлено к объекту, к мысли, чувству, ощущению или восприятию. Лишенное всех направлений, состояние внимания раскрывается как осознающее присутствие, то есть наше «я». Мы можем сначала пробовать обратить внимание на наше «я», но все, что мы находим, оказывается только еще одним объектом, хотя и утонченным. Этого достаточно, чтобы прекратить направлять наше внимание, наше самовосприятие в какой-либо объект, то есть в мысли, чувства, ощущения или восприятие. Нет необходимости избавляться от них. Достаточно только прекратить направлять на них наше внимание и, прежде всего, наше самовосприятие. В определенный момент становится очевидно, что наша сущностная природа – это не мысли, чувства, ощущения или восприятие. Это и есть как бы возвращение обратно в себя. В то же время становится ясно, что никакие мысли, чувства, ощущения или восприятия никогда не могут заставить нас быть ничем иным, чем то, чем мы уже есть. И по этой причине вся повестка проявлений прекращается, если такая повестка не требуется как практический ответ на сложившуюся ситуацию. Расслабив наше участие в мыслях, чувствах, ощущениях или восприятиях, мы, даже вначале это не осознавая, позволяем уменьшить их хватку над нами. Мы позволяем нашему бытию распутать матрицу мыслей, чувства, ощущения или восприятия, в которую его втянуло мышление, и в результате остаться в своем всегда естественном состоянии. Не существует двух «я» – отдельного и реального. Реальное «я» – это всегда единственное «я», которое есть. Хотя оно так запутывается с мыслями, чувствами, ощущениями и восприятиями,
что похоже, как будто это другой вид «я», которое ограниченное, отдельное, находящееся внутри. Однако такое ограниченное «я» не существует. Наше подлинное «я» сознание никогда не становится отдельным «я» больше, чем экран становится пейзажем, когда начинается фильм. Переставая направлять внимание и личность на объекты тела и ума, наше бытие постепенно лишается этих наслоений. Расцветает все, на что мы направляем наше внимание. Все, на что мы направляем наше внимание, становится нашей реальностью. Уделяя внимание нашему «я», осознающему присутствие, внимание освобождается от своего направления, фокуса или напряжения и остается осознающим свое присутствие. Тот, кого ищут, оказывается тем, кто ищет. Возвращение обратно в себя освобождает тело и ум от многих сокращений и напряженностей, сопровождающих мысль «я» – отдельная внутренняя самость. Эта релаксация сама не является опытом нашего «я». Это последствия на уровне тела и ума. При нормальных обстоятельствах тело и ум существуют в состоянии напряженности и сокращения, выражая и результируя мысль «я» – отдельная внутренняя самость. Однако мы настолько привыкли к этому состоянию напряженности и сжатия, что оно больше не замечается как таковое. Оно кажется нормальным. Как человек, чьи кулаки были сжаты для защиты так долго, что он больше не осознает это сжатие и таким образом чувствует себя совершенно спокойно, так наше тело и ум прониклись напряженностью и сокращениями, создаваемыми мыслью «я» – отдельная внутренняя самость, что не осознавали их. Это попадание обратно в себя создает высвобождение, которое отправляет волны расслабления через тело и ум, в результате растворяющие эти напряженности и сокращения и рождающее легкое, более расширенное настроение. В некоторых случаях это может быть очень сильным опытом, провоцируя необычные телодвижения, слезы или смех. В других случаях это может быть мягче. В любом случае, как только это легкое, более расширенное положение становится нормой, оно перестает ощущаться как таковое. Оно только чувствовалось необычным раньше, в отличие от обычного состояния напряженности и сокращений. Теперь оно стало нашим нормальным состоянием. В результате этого распутывания наше «я» возвращается в свое естественное состояние открытого, пустого, прозрачного присутствия, и мир и счастье, которые присущи внутри него, начинают процеживаться через все проявления тела, ума и мира. Фактически тело и ум начинают выражать эти качества открытости, пустоты и прозрачности, и даже мир начинает выражать дружелюбие, которое отражает близость нашего подлинного «я». Однако, хотя есть конец веры в отдельное «я» и конец ощущения отдельного «я» внутри себя, нет конца последствиям, которые имеет это осознание на тело, ум и мир. Это непрерывный и бесконечный путь откровения. Часть вторая. Природа мира, счастья и любви. Наше сущностное «я» – это вездесущее бытие или осознающее присутствие, которое знает или испытывает наши мысли, чувства, образы, воспоминания, ощущения и восприятия, но само не сделано из мыслей, чувств, ощущений и так далее. По этой причине оно может быть описано как пустота. В самом деле оно только пустое относительно существования объектов. В действительности оно полно присутствия и осознания. Наше бытие может быть приравнено к открытому пустому пространству, например, пространству комнаты, в которой сейчас сидит ваше тело. Такое пространство не предлагает никакого сопротивления объектам
или деятельности, которые будут в нем появляться. В самом деле пространство не имеет механизма внутри себя, с которым оно могло бы сопротивляться или отрицать любое проявление. Из чего могло бы быть сделано такое сопротивление? Оно должно быть сделано из объекта, а не из пустого пространства. Пространство комнаты, как кажется, определено и ограничено стенами, которые окружают его. Но прежде чем были возведены стены, и после того, как они будут демонтированы, пространство комнаты останется точно таким же, как сейчас. Будто бы очевидные формы и качества пространства накладываются на него из качеств стен, мебели и активности, которые происходят внутри него. Но пространство на самом деле не перенимает эти качества. Это только так кажется. Наше бытие такое же. Оно, кажется, взяло на себя качество тела и ума, но в действительности это не так. До появления тела и ума наше «я» было точно таким же, как сейчас. И оно будет точно таким же, когда тело и ум умрут. Однако это было и это будет, оба происходят теперь. Есть только теперь. Наше «я», как открытое пустое пространство, знающее или осознающее пространство, то есть как пространство комнаты, по своей природе без сопротивления. В самом деле наше «я» не знает значения слова «сопротивление». Оно – это широко открытое «да» для всех проявлений. Как пустое пространство комнаты, наше «я» изначально свободно от любого из объектов или видов деятельности, которые появляются внутри него – мысли, чувства, ощущения и восприятия. И тем не менее, в то же время, оно позволяет их всех без предпочтений или дискриминации. Мысли, ощущения и восприятия могут быть возбужденными или спокойными, но мы, сознающие присутствие, которое знает или испытывает их, не разделяем их качеств. Мы являемся пустым осознающим пространством, которое нельзя взволновать любым проявлением ума, тела или мира, так же, как пространство комнаты не реагирует на все, что может или не может иметь место внутри него. Другими словами, наше «я» является по своей сути миром-покоем. Присущий ему мир не зависит от природы или состояния проявлений. Наше «я» свидетельствует все возбуждения, но не может само быть взволновано. Это отсутствие сопротивления или возбуждения известно просто как опыт мира. Мир – это не качество или атрибут нашего «я». Это и есть наше «я». Он не может никогда расстаться с «я», точно так же, как по своей сути мирное качество пространства неотделимо от него. Мы являемся самим миром покоем. Мирное, спокойное состояние ума, тела и мира могут приходить и уходить, и это в природе ума, тела и мира, где циклы спокойствия и возбуждения следуют друг за другом. Но наше «я» является вездесущим и, по сути, мирным присутствием, которое знает и позволяет все такие состояния и тесно едино с ними, но никогда не подвержено влиянию любого из них. Наше «я», как и пространство, не волнующееся. Этот мир, покой, это не состояние ума или тела, которые приходят и уходят. Он вездесущий, находящийся позади и внутри каждой мысли, чувства, ощущения или восприятия, открытый и доступный в любой момент, просто ждущий признания. Всякий раз, когда мы стремимся к миру, на самом деле мы стремимся к миру нашей истинной природы. Хотя иногда мы принимаем мир нашей истинной природы за мирное состояние ума, тела или мира. Мы все знаем, что мирное состояние ума,
тела и мира не длятся долго и не соответствуют глубине мира, который мы действительно желаем. Только мир, присущий нашей истинной природе, может действительно положить конец этой тоске, которая инициирует и поддерживает многие из наших деятельностей и отношений. На самом деле стремление к миру уже само является самим миром нашей истинной природы, тонко завуалированное мыслью и чувством «я» – отдельная внутренняя самость. Когда это желание лишено времени, то есть лишено прошлого и будущего, в котором оно проецирует мнимое «я», оно обнаруживается как мир, вездесущий в рамках нашего собственного бытия, тихо светящийся в сердце всех опытов, просто ждущий признания. Ошибочное принятие мира нашей истинной природы за мирное состояние ума или тела просто откладывает реализацию мира, который присутствует в простом знании нашего собственного бытия, каким оно действительно является. Когда мы получим доступ к миру, вездесущему в нашем «я» при всех обстоятельствах, тело, ум и мир становятся глубоко затронуты этим и со временем становятся все более пронизаны им. Они начинают сиять миром нашей истинной природы. Счастье присуще нашему бытию. Наше «я», которое знает или испытывает чувство неполноценности или неудовлетворения, тонкое или не столь тонкое чувство расстройства или желание изменить текущую ситуацию, это характеризует большую часть нашего мышления, чувства и действия. Это чувство неполноценности известно как несчастье и страдание. Оно может быть острым или просто смутным чувством неудовлетворенности, тонко пронизывающим наш опыт и выражающим себя как почти постоянное желание заменить в будущем нынешнюю ситуацию лучшей альтернативой. Мы осознаем мысли, которые стремятся изменить нынешнюю ситуацию на ту, которая считается более желательной, но мы не есть теми мыслями и чувствами, которые они стремятся избежать. Чувство неполноценности является таким для мысли, а не для нашего «я». Счастье – это не состояние ума или тела, хотя часто ошибочно таким считается. Конечно, приятные опыты ума и тела приходят и уходят, но само счастье не имеет ничего общего с приятным опытом. Счастье также не является качеством, которое у нас есть, или опытом, который приходит и уходит. Это врожденное отсутствие сопротивления или недовольства. Это естественное состояние нашего «я». Это не то, что может быть отделено от «я». Это то, чем мы есть. Без возникающих мыслей наше истинное «я», осознающее присутствие, не знает никакого сопротивления текущей ситуации. Оно совершенно близко с ней. Осознающее присутствие говорит «да» всем проявлениям. В самом деле тот факт, что что-то появляется, означает, что присутствие уже сказало ему «да». Это «да» – это счастье. Оно не знает ни сопротивления, ни поиска, ни желания изменить текущую ситуацию на лучшую. Это счастье присутствует при всех обстоятельствах. Это естественное состояние всего опыта до возникновения сопротивляющейся, ищущей мысли, и даже во время ее появления, хотя оно кажется скрытым этой мыслью. Иными словами, счастье, как и мир, присуще нашему «я». Это наше «я». И так же, как наше «я» есть вездесущим, спокойно наблюдающим все изменения проявления ума, тела и мира и одновременно тесно едино с ними, так и счастье, присущее ему,
также вездесуще, хотя иногда кажется завуалированным, в самом сердце всего опыта, ждущие на признание. Причина, по которой мы так часто не замечаем это. Мы отвернулись от нынешнего опыта и пробуем заменить его на лучший. Мы ищем счастье в будущем объекте или ситуации, тогда как оно на самом деле уже теперь сидит спокойно в сердце всего опыта, независимо от того, какие особенности этого опыта. Только наше отворачивание, наш отказ от нынешней ситуации делает ее такой, как будто счастье теперь не присутствует, и, следовательно, его можно найти в будущем. Жажда счастья, которая характеризует большую часть нашей деятельности, является только желанием попробовать счастье, которое неотъемлемое и постоянное в нашей истинной природе, и которое временно затмилось нашим неприятием нынешней ситуации, нашим ее отвержением теперь. Эта вечная жажда счастья, которая по определению никогда не может быть достигнута, потому что уже сам поиск счастья отрицает счастье, которое присутствует в нашем собственном бытии, в теперь, обрекает нас на бесконечный поиск в будущем и тем самым закрепляет несчастье. Именно по этой причине, сказал поэт, большинство людей ведут свою жизнь в тихом отчаянии. Любовь является естественным состоянием всего опыта. Возвращаясь к метафоре пространства комнаты, мы видим, что все объекты в комнате находятся на равном расстоянии от пространства, в котором они проявляются. Все – стол, стулья, ковер, шторы, окна, книги, ваше тело и так далее – все одинаково близко пространству. Пространство прикасается к ним всем. Оно не ближе к одному объекту, чем к другому. Лучшей аналогией было бы отношение между экраном и изображением, которое на нем появляется. Изображение выглядит чем-то другим, чем экран. Название и форма изображения, например, дерево или автомобиль, кажется, определяет его как что-то другое, отличающееся от экрана. Однако достаточно только протянуть нашу руку и коснуться очевидного изображения, чтобы убедиться, что это только экран. Наше бытие такое же по отношению к проявлениям. Мысли, чувства, образы, воспоминания, ощущения и восприятия осознаются нашим «я». Все представляется перед нашим «я», осознающим присутствием. Но если мы посмотрим внимательно, мы никогда не найдем расстояние или разделение между нашим «я» и любым проявлением. Так же, как никогда нет никакого расстояния или разделения между изображением и экраном. Нарцисс на переднем плане не ближе к экрану, чем горы на заднем плане. Наше «я» такое же по отношению ко всем проявлениям. Оно близко с ними, прикасаясь к ним одинаково. Каждый опыт освещен и осознан нашим «я». И это осознание тесно связано со всем, что осознается. Они не могут быть разделены. На самом деле мы не располагаем информацией о объекте, помимо нашего осознания его. Поэтому мы не можем сказать, что мы знаем объект как таковой. Мы знаем только наше осознание его. И так не существует его объекта. Есть просто осознание. А из чего сделано осознание? Из нашего «я». Что произойдет с опытом Луны или телесных ощущений, если убрать наше «я», осознающее присутствие? Опыт не может произойти. Луна или ощущения исчезают из опыта. Как луна, так и мысль одинаково сияют светом нашего осознающего присутствия. Ни один из них не ближе к осознанию или опыту, чем другой.
Мышление может воображать одно как далекое и другое как близкое, но в нашем реальном опыте оба переживания в равной степени близки к «я». В самом деле весь опыт тесно близок с нашим «я», ближе, чем близкий. Существует только «я», только осознание. В самом деле, если мы исследуем наш опыт более глубоко, мы находим, что линия между нашим «я», которое знает все, и опыты и объекты из разума, тела и мира, которые познаются, постепенно или внезапно в некоторых случаях исчезает. Она либо взрывается в момент ясного видения, либо растворяется со временем. Этот опыт отсутствия различия, разделения или чуждости между нашим «я» и всем, что ощущается, этот опыт известен как любовь. Любовь обычно подразумевается как качество интимной близости, которое характеризует небольшую горстку отношений, соединяющих одного человека с другим, хотя она, по сути, естественное состояние всех отношений, всех опытов. Любовь не является избирательной. Таким есть только мышление. В самом деле, любовь – это просто ощущающееся понимание, что наш опыт состоит не из двух основных подразделений – отдельного внутри себя и отдельных внешних объектов, других или мира. Любовь – это разрушение или растворение этой очевидной двойственности. Или скорее это ощущающееся понимание того, что она, двойственность, никогда не существовала изначально. Это разделение опыта на две части явно было только наложено мышлением на постоянную сущностную природу опыта. Когда опыт освобождается от этого разделения, он известен как любовь. Это на самом деле все, что когда-либо осознается. Открытие того, что мир, счастье и любовь вездесущие внутри нашего собственного бытия и полностью доступны в любой момент опыта при любых условиях, является одним из наиболее важных открытий, которые человек может сделать. Обычно мы считаем себя ограниченной и отдельной личностью, телом и умом, рожденным в уже существующем мире, двигающимся во времени, преодолевающим обстоятельства в попытке обеспечить мир, счастье и любовь, к которым мы стремимся, постоянно стареющим и в конечном итоге приговоренным к смерти. Однако наша сущностная природа – это само чистое бытие, осознающее присутствие, которое не находится в теле и уме, не зависит от тела и ума. Оно не приходит и не уходит. Оно не рождается и не умирает. Оно вечно присутствует сейчас. И мир, счастье и любовь являются самой его природой. В мире и счастье мы знаем наше «я» совершенно независимым от всех проявлений тела, ума и мира, то есть нашей врожденной свободы. В любви мы знаем себя тесно едиными со всеми такими проявлениями. А кто тот, кто сделал это открытие о нашем «я»? Оно не было сделано кем-то, кроме «я». Это открытие происходит от нашего собственного глубинного опыта нашего «я», его глубокого осознания себя. Другими словами, простое осознание нашего собственного бытия, таким, как оно есть, является самоочевидной истиной, не требующей подтверждения от любого другого источника. Конечно, мысль формулирует это открытие, но само открытие исходит не от мысли. Последствия этого открытия являются простыми и глубокими. Это означает, что в каждом из нас мир, счастье и любовь являются нашей сущностной природой, и они вездесущи и всегда доступны. Другими словами, то, к чему мы стремимся всю жизнь, доступно в любой момент, при любых условиях, в простом знании нашего бытия, каким оно действительно есть.
Если мы посмотрим внимательно и честно на подавляющее большинство наших мыслей и мероприятий, мы находим, что они ориентированы на пути обеспечения мира, счастья и любви через манипулирование обстоятельствами или на приобретение объектов и отношений в будущем. Эта проекция мира, счастья и любви в мнимое будущее скрывает мир, счастье и любовь, которые лежат в основе всего опыта. Мнимое внутреннее «я» создается этой завесой, закрывающей мир, счастье и любовь. И однажды созданное или придуманное, оно обречено на бесконечный поиск в несуществующем будущем чего-то, что по определению не может быть там найдено. Это трагедия и комедия человеческой ситуации. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра! Любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране.